Я хотел бы вам рассказать сейчас, как я люблю дискотеки. Ну как, я всегда в детстве очень любил ходить на дискотеки. Ну как на дискотеки? Я на Химаше жил. Там была одна дискотека. Потом уже мы стали ездить в ДК «Урал», в «Каньон». Да. Но химашевские дискотеки, это я вам скажу, до сих пор у меня вот в спинном мозге. Итак, я вас приглашаю на 30 лет назад в ДК «Химаш» на дискотеку. Это самое простое движение. Потом из Москвы привезли покруче. Ну потом вообще что-то свершилось, я не знаю. Переворот в стиле танца вот это. Как боксеры. Весь зал пел. USSR. О, даже Команчеро. Под эту музыку мой одноклассник Леня Ананин танцевал вот так. Это очень сложное движение, я долго учил его. Это самое любимое вообще. Все 100 человек делали вот так. Еще замечательное движение. О, рок-н-ролл! Все, кто мог, выходили на танцпол, конечно. Ну, как-то я вот не знаю, вот так. Но самое крутое, это вот это. После рок-н-ролла надо отдышаться немножко. Сердце бьется у нас. Европа! Где гитара? Воображаемая гитара. Оу! Ну это вообще, это мало кто умел, я тоже не умел, сейчас попробую. Вот эти вещи все, какие-то вот такие. Оу, под это движение молодой пацан мог первый раз потрогать женщину за талию. Молодой пацан под это движение мог ощутить. Это тоже целая эра. Вот это вот. Это же вообще вещь. Первые MTV-шные клипы. Движение брали прямо из клипа сразу. Чё мудрить-то? День свадьбы. Вся толпа. Берешь родственников. 8 мужиков пьяных. Это очень интересная композиция.
Мало кто умел под нее танцевать, я умел. Что у них там есть это движение. Мы же думали, это просто вот это. Это самое сложное движение. Его может показать только большой талант. Сергей Нитиевский. Большой талант. Кармен! Даже по телевизору показывали вот эти движения. Вот такое вот. Кармен, это вообще вещь. Фу, устал. Ой, это моя любимая вообще. Сейчас попробуем. В конце самое главное не промахнуться. О, сейчас. Самое главное не промахнуться. Промахнулся. Спасибо!